Студенты Матищинского колледжа встречу с космонавтом ждали и готовились. Начали мероприятие с фильма про отправление экипажа на МКС с участием главного гостя Максима Сураева. Встреча с ним прошла в формате открытого урока, где депутат рассказал о себе и о своих двух полетах в космос. Он нам рассказывал, как приземлялся, как взлетал, как находился в космосе, как они передавали еду друг другу, как они тренировались. Вот это очень запомнилось. Первый полет Максим Сураев совершил 30 сентября 2009 года на космическом аппарате «Союз ТМА-16», второй в мае 2014. Он провел на Международной космической станции более 330 суток. В рамках встречи ребята задавали вопросы, связанные с популяризацией российской космонавтики. Их интересовали новые открытия и достижения отечественной космической отрасли. Встреча сегодня прошла так, как хотелось, даже лучше. Вот, мы довольны очень сильно. На ответы получили на все интересующие вопросы. Теперь будем работать над этими ответами, анализировать. Дальше будем продолжать работу. Надеемся, что это не последняя встреча. Максим Сураев поделился с ребятами историями о том, как выращивал пшеницу на МКС, как стал первым космонавтом-блогером, видео которого перевели на 4 языка. Студентам было интересно абсолютно все. Пытливые умы, потому что действительно молодые люди, потому что действительно вся жизнь впереди, и они интересуются, и я считаю, что встреча прошла великолепно, поделился своими какими-то знаниями, размышлениями, жизненным опытом. Вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, когда я спросил ребят, как понравилось или нет, то сказали, что да, что понравилось. В завершении открытого урока Максиму Сураеву вручили дружеский шарж памяти о студентах Матищинского колледжа и договорились, что встреча точно не последняя. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Матищинский.